Многоуважаемая публика, мое почтение, Каржавин Наум Моисеевич. Как ты мне изменял? Я даже слов не найду. Как я верил в улыбку твою. Она неотделима от высокой любви, от меня. Но, учуяв беду, ты меняла улыбку, уходила куда-то с другими, уносила к другим ощутимость своей теплоты, оставляя мне лишнее чувство весны и свободы, как плевок в высоту. Не хочу я такой высоты, никакой высоты, только ввысь обнаженной природы. Что поддаться, отдать, притвориться, творить наяву, как растение и волк, если в этом излишне людское, это все-таки выше, чем то, как я нынче живу. Крест, неся человека, а мучаясь звериной тоскою. Всем спасибо.